До чего же нежный и невероятно вкусный этот салатик! Хотите приготовить аппетитный, сытный и по-настоящему вкусный салат? Тогда давайте вспомним рецепт давно забытого салата Прага. Я уверена, ваши родные точно будут довольны. Всем привет, меня зовут Людмила, и вы смотрите мой кулинарный канал «Вкусный рецепт». Салат Прага можно готовить не только на праздник, но и в будние дни. А главное, что он простой и все продукты доступны. Первым делом нужно отварить 250 грамм куриного мяса, остудить и нарезать на кусочки. Возьмем 2 зубчика чесночка, пропустим через чесночницу. Смешиваем с майонезом и отправим в кулинарный мешок. Берем плоское блюдо, на середину ставим стакан и сервировочное кольцо. Это для того, чтобы наш салатик выглядел красиво и аппетитно. И теперь выкладываем все продукты. Сначала идет куриное мясо. Разравниваем и накрываем сеточкой с майонеза. Для салата нам еще понадобятся соленые огурчики. Удаляем хвостики и нарезаем на кубики. Можно нарезать соломкой, на вкус салата это не повлияет. Огурчики выкладываем, разравниваем и смазываем сеточкой с майонеза. Одну отварную морковь натрем на крупной терке. Выкладываем сверху огурчиков. Теперь берем 100 грамм чернослива и тоже будем измельчать. Я его не замачивала, он у меня очень мягкий. Я просто его взяла, промыла и обсушила. Выкладываем чернослив сверху морковки. Берем яйца, сваренные вкрутую, и натираем на терку. Это и будет последний слой салата. Почти все готово. Посмотрите, как красиво получается и как легко и просто мы все сделали. Кстати, друзья, вы не забыли, что у меня на канале продолжается марафон 100 салатов до Нового года. Обязательно подписывайтесь, будет очень интересно. Всем приятного аппетита, пока-пока, до новых встреч на моем канале.